Арбузы наши горожане любят. Многих не пугает даже то, что зачастую ранее арбузы больше напитаны нитратами и пестицидами, чем витаминами. Высокие цены уж вовсе не останавливают. За любимое лакомство можно и раскошелиться. Сейчас на рынке продают арбузы из Узбекистана. Во всяком случае, на ценнике так написано. А рано же еще? Для кого-то рано, для узбекских рано, для наших рано. Цена за килограмм арбуза на рынке разная – от 50 рублей и выше. Продают их возле дороги и парковок. Правда, разрезать плод нам отказались. Возможно, продавцов смутила видеокамера или все-таки решили подчиниться требованиям Санпина. На оптовых базах города, где и хранится первая в этом году партия арбузов из Средней Азии, разрезать арбуз согласились. Учтивые продавцы с удовольствием поделились советами о том, как выбрать правильный арбуз. Главное, по их словам, чтобы он звенел и хвостик был сухой. Это вот первый урожай. Этих нету, как его, удобрений, ну, лишних, поэтому они гладкие, красивые. Угу. А если удобрения? Если их много, вот здесь такие белые, очень крупные бывают. Вот, давайте попробуйте. Вот кто будет пробовать? Я буду пробовать, сам лично. Давайте я сам попробую. Между прочим, очень хороший. Вы попробуйте. Это без удобрений. Единственный арбуз со Средней Азии, который поступает. Как правило, во время покупки продавцы могут подсказать, как выбрать хороший арбуз и определить, есть ли в нем химия. Вот это признак сахаристости, вот сладкий, потому что. Угу. А если использовать удобрения? Они будут плотные. Вот таких этих не будет. И цвет такой бледный будет. Если она будет с удобрением, она в такую жару не доедет. Мы решили проверить первые арбузы на наличие химикатов. Но, как ни странно, в лаборатории санэпидемстанции в проведении анализов нам отказали, сославшись на занятость сотрудников. Хотя проверка на наличие нитратов проводится всего в течение часа. На свой страх и риск мы решили провести эксперимент на себе. На вкус и цвет этот арбуз ничем не отличается от астраханских. Сочный и ароматный. Поэтому можем сказать лишь одно. Есть или не есть, решать вам. Олеся Арсланова, Ильшат Исламов. Информационная программа «Время новостей».